до игры чувствовали, что мы можем выиграть, а почему нет? Ну, когда забили первый гол, это придало больше уверенности, могли второй забить, не получилось. Это футбол, нельзя, как говорится. Не хочу сказать, что мы расслабились, но допустили ряд ошибок, которые воспользуют «Динамо». В целом оно играло лучше, конечно. Кубок такая вещь, что тут как бы загадывать заранее нельзя. Жаль, конечно, что не удалось додержать счет. Ну, это футбол. Какие чувства испытывали, когда забили гол сегодня? Положительно. Все понимали, что полуфинал, не каждому еще удастся сыграть в полуфинале или в финале. Все старались. И, конечно, очень обидно, что могли выиграть. В конце могли сравнять счет, но не получилось. Могли и 2-0 повести. Но так получилось, это футбол. Пропустили второй и не смогли забить. Надо было второй забивать, были моменты, чтобы упрочить преимущество. Жаль, конечно, не получилось. И все-таки играть много времени в обороне, естественно, туда идут и ошибки. Все-таки «Динамо» очень много контролировал мяч, создавало моменты. Но везение сегодня отвернулось от нас. Все расстроены, могли попасть в финал, но не получилось. Но ничего страшного, будем двигаться вперед. Следующая игра с «Нальчиком», надо постараться выигрывать. Ну, еще... Наверное, все-таки постараться быстрее пережить. Ну, конечно, расстроены все-таки. Один шаг от финала остается. Сейчас, да, самое главное — чемпионат. Постараться вылезти из стыковых матчей, чтобы не попасть на стыковые матчи.